Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня, друзья, у меня новинка. Бокс по сбору биткоин-сатошиков. Называется Big Links. Как-то так. Значит, Дима, за просмотр рекламы нам будут платить биткоин-сатошиков. Насколько мне известно, букс только что стартовал, потому что участников еще очень мало. Вчера этой рекламы не было. Вот. Но онлайн находится, и выплат еще, естественно, не было. Был какой-то проект наподобие, даже два проекта наподобие этого букса. В первом буксе все хорошо заработали, а второй уже как-то... Я и второй выкинула. А это вот новый. И администратор другой, все другое. Значит, обращаю ваше внимание. Здесь уже переведете, друзья. Не буду сильно затягивать время. И прочтете. Вот вопрос-ответ. Здесь вы зарабатываем, как я сказала, абсолютно без вложений. Здесь очень много вот вопрос-ответа. Самое важное для нас — это вывод. Так. Сейчас я найду. Так, что-то ко мне. А, мне нужен депозит для обналичивания. Нет, абсолютно никаких депозитов или свежих денег от участников не требуется. Это бесплатная программа. И любой, у кого есть минимальная или более высокая сумма снятия, может запросить свои средства. Вот все здесь прочтете. Какой у вас вопрос заинтересует? Значит, регистрация здесь простая. Вводите свое имя, вводите пин-код, потом юзернейм, пароль, имейл, в общем, и нажмете зарегистрироваться. И юзернейм должен быть длинным. Вот. Ну и учетная запись, как бы вот наша статистика. Здесь буду то переводить, ставить на оригинал, потому что на ру, как бы я перевожу, и видите, все смещается. Значит, ну это вот аккаунт, здесь статистика, ADD фонд, ну здесь как бы пакеты. Так, это надо делать, нам это не надо. BioShares это купить, значит. Так, Share Market. Далее, заработок. Ну, заработок вот здесь вот вверху есть. И вот слева в шапке это статистика. Здесь мы просматриваем рекламку. Здесь на данный момент как бы пишут, что нет рекламки. Так, здесь будут еще какие-то бонусы начисляться. Как бы. Далее, что еще у нас здесь? Так, Эрн. Так, флеш АДС. И вот здесь я вот одну рекламку просмотрела. Мы нажимаем, нас перебрасывает на страничку, загружается шкала рекламодателя. Капчи здесь нет никакой. И нажимаем клоз. Ну, а можно как бы тут уже посмотреть. Так, далее что? AirMoney. Так, и еще, но флеш, АДС, тоже рекламки нет. Здесь тоже должна быть реклама. Но это, я думаю, в дальнейшем будет. И вот D-бонус еще. И D-бонус дается. Как говорится, нужно пригласить два реферала хотя бы. Тогда здесь нам дадут еще, мы будем собирать бонус. Так. Далее, что возвращается в аккаунт. Что здесь еще я вам не показала. Так, рефералы. Ну, здесь статистика будет. Вот вкладочка «Мои рефералы» отображаться наши партнеры. Промо-материалы. Находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Далее, баннеры. Можно нажать, и появится как бы баннер. Так, в рефералах. Ну, здесь арендовать рефералы тоже не надо. Адвертинг – это рекламить свои проекты. Я предыдущих ничего не рекламила. Не рекламила. Блин, язык заплетается. Так, инвейсинг. Реф-пакет. Ну, это тоже не надо. Так, и здесь сеттинг. Здесь профиль наш. Нужно заполнить. Переведете как бы на русский и все прочтете. Нужно как бы...
Ладно, давайте переведу. Так, заполните форму личности. Пожалуйста, все поля профиля год рождения будет использоваться для восстановления пароля. Ну, это ладно. Тоже нужно будет заполнить. Далее, кошелек. Самое важное для нас, что вот в эту графу, вот в эту, вот это у вас будет тоже логин, наверное, стоять. Это все удаляете, стираете, как бы. Так, это нужно стереть. И вот в эту графу, друзья, мы прописываем свой прямой адрес биткоин кошелька. Не на FalseSwitch, а по прямой. Так, сюда вводите пин-код, который указывали при регистрации, четырехзначный. Сюда вводите пароль, который указывали также при регистрации. Нажимаем Submit, и адрес сохраняется. Ну, в принципе, здесь я все такое рассказала. Возвращаемся на главную страничку. И самое важное, это вывод. WinDraw вывести. Что у нас здесь? Минимальная выплата 20 тысяч биткоин-сатошиков. Как набирается сумма? И ставим на вывод. Друзья, опять сейчас я вернусь в учетную запись. И что я вам хочу показать? Здесь есть чат. И в этом чате присутствует админ проекта этого букса. Можно это все, как бы, вот администратор. Видите, написан смайлик. Вот админ, админ. Я тут уже так это почитала. И насколько я поняла, это, этот админ предыдущим проектом никакого отношения не имеет. Вот. Ну, тоже переведете, уже не буду все это зачитывать, сами прочтете. Вот. Вот на галочку, здесь галочка есть, нажмете, вот так, открыть, закрыть. Ну, и сами тоже можно задавать вопросы. Ну, в принципе, на этом все. Продолжение, естественно, будет следовать. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Как будет работать, покажет время. Без вложений. До новых встреч.